Animal Rescue. Недавно пара из Бразилии, жених Дуглас и невеста Тамирис, сыграли свадьбу. На ней побывал необычный гость, бездомный пес, которого сначала заметила свадебный организатор. Песик оказался очень милым и общительным, он даже проводил невесту до алтаря, а потом лег возле входа в церковь. Организатор пыталась убрать пса со входа, но тот отказывался, как будто хотел посмотреть церемонию. Тогда его решили оставить, и песик прождал у входа всю церемонию. Он скромно наблюдал за ней, а когда молодожены вышли, поздравил их поцелуями и радостно виляющим хвостиком. Молодожены и все гости очаровались этим созданием. А фотографы сделали пару фото с пушистым гостем. Но после этого все отправились отмечать свадьбу в другое место, где продолжили праздник. На следующий день невеста позвонила организатору свадьбы, она сказала, что они с супругом никак не могут забыть этого очаровательного песика. Невеста сказала мне, что они с мужем постоянно думали об этом псе и решили приютить его. Они пытались найти его в том же месте, но его там не было, рассказала организатор. Она успела сделать несколько фото с песиком и сразу опубликовала их в различных группах в соцсетях. Уже спустя 6 часов местные жители сообщили, где видели собаку, и молодожены отправились на то место. Тот самый песик был там. Счастливые молодожены сразу отвезли судьбоносного пса к ветеринару. Там определили, что его здоровье в порядке, за исключением поврежденной лапки, на которую наложили повязку. Сейчас пес, получивший кличку Карамелла, счастлив рядом с любящими хозяевами. А молодожены рады тому, что этот милый пес так неожиданно появился в их жизни в такой важный день. Это судьба, не иначе. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!